всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон, Покемон, Мага и Санек. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта Майнкрафт. Будем играть в прятки. Всем привет. Мага, ну что, ты ищешь первый, ты очень этого хотел, а потом будет искать Димон, если что. Ну, если его найдут. Ребята, можете написать в комментариях, как зовут наших птичек. Ну, с игры уже понятно, Angry Birds, но как их зовут, можете написать в комментах. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Блин, я не знаю, где запрятаться. Хотя я манюсенький. О, здрасте. Не-не-не, подожди секундочку. Это карта огромная, надо смотреть. Еще посмотреть, что да как. Так, ну что, ребята. Давайте где-нибудь здесь спрячемся. О чем минус этих птичек? То, что они как бы маленькие, но ростом они как человек. Получается, нельзя в маленькие какие-то прощелины залезать, как капхеды. Капхеды могут, например. Я запрятался. Да, птички, конечно. Так, Angry Birds рулят. Так, а кто нас ищет? Привет, сосед Димас. Не, я Фокси. Нет, он Фокси. Он очень любит Фокси. А я, Димас, потом возьму привет, сосед, буду вас искать. Если меня, конечно, найдут. Ну, он здоровенный, ну хорошо. Ну да, будет прикольно. Привет, сосед такой огромный у вас. А у него с каким есть? Не знаю. Санька нашел. О, чё, одного все уже? Да, я не могу убить, он с своим спайдер-модом летает. Ну так нечестно, мне кажется. Отсюда даже не видно ничего особо. О, можно так посмотреть, ребят, там будем без чего посматривать тут. О, Димон, так я тебя вижу. Где? А ты меня не видишь, да? Нет, не вижу, а где ты? Да отбегай от меня, убегай. А где ты, Димас? Ты сейчас упадешь, так будешь смотреть. Ты одетый внизу, что ли? Нет, я тоже на твоем уровне, только чуть-чуть дальше. Так, ну ты ниже меня или одинаково? Одинаково. Че ты ржешь? Понял. Я понял, где примерно ты. Не-не-не-не-не. То не я. Вот смотри. Ой. Так, тихонечко, ребята. Так, снова тут поищу. Поищи, поищи. Мы же опытные, нас не найти. Нет, он меня заметил. Все, беги. Все, Димон. Кто-то скрипит. Я все-таки думал, ты будешь получше прятаться. Так, ребята, берем... Значит, огромнейшего. Привет, сосед. Соседика берем. Огромедного. Так ты будешь высоко все видеть. Ну будет прикольно, давай. Так ты Димона видел, да? Фига себе, на дом залез, уже дом. А он звуки издает какие-то или что? Или он только невидимый может стать? Вот так вздыхает такой, хух, хух, делает вот такие звуки. Это очень странно. Типа устает, наверное. Может еще вот так вот приседать смешно, Димас. Наверное, видишь меня? Так, ладненько, давайте искать все. Сделаем от первого лица. Там будет очень удобно, кстати. Интересно, куда ты... Ух ты... Залей. О, я могу блоки ломать. Есть. Опа-на. Теперь вы втроем меня ищете. Ну, сразу видно, кто самый лучший прячется из всех. Нет. Да. Просто мы тебя на сладенький тест. Найди сначала. А, Димас понял. Ну, я жду. Димас, ты в воздухе? Вот не могу залезть никак сюда. Ты, Димас, наверное, догадался, что я уже тебя увидел. Нет. Ну, сейчас ты поймешь. Так, я топовую мимичку нашел себе.
Да как ты меня мог увидеть? Нет, ты меня обманул. Нет, это не... А я боюсь! Уходи! Все, я побежал. А, Димас, я тебя видел, ты же оранжевый, а Димоджи красный. Я не оранжевый. Оранжевый, я же тебя видел. Да я посмотрю, кто я. А, ну да. О, алмазный блок. Так, Димас, ты уже, наверное, убежал, да? Угу. Ну, если ты меня увидел, смысл там сидеть? Но я пошутил, я тебя не увидел. Ах ты обманщик. Специально, чтобы я вышел с... А я никуда не убегал. Да? Я сижу на месте дальше. Угу, понял. Норм, да, я тебе? Не, хотите, дам подсказку, я ж не против. Я... Возле вижу. Воды. Возле. А как ты мог быть на моем уровне, если ты возле воды? Ну я тебя обманывал, я снизу тебя смотрел. Да я так и знал. Ты чебупелька. Я же опытный. Нет! Ой, блин, у него скример прикольный. Это лайк, ребята. Так, Димон, давай ты будешь искать. В комментариях писали, чтобы ты поискал. А я его нашел, он ищет... Все, давайте, прячемся. Давайте. Так, я куда-нибудь сейчас забегу. Вот так вот развернусь. Все, давайте, прячьтесь. Так, я спрятался. Это хорошо. Так, а я могу под водой дышать? Я спрятался. Так, все, все спрятались, да? Да. Все очень быстро и просто. Так, ну что, в поисках я. Так. Слышал, кто-то оружие достал. Нет. Это не я. Что, реально было слышно? Это да. Слышно, как кто-то внизу. О, я еще одну нычку крутую нашел. Так, я слышу, он ходит, ну, подо мной. Так, кто-то в воде был, я видел. Никого. Даже рыбы нет. Ну, рыбы нет, но кто-то там был. Опа, это мага. Желтая рыба плавает. Мага, иди отсюда в жопу. Адмика поймал. Санька, точнее. Остался мага и Димас. Это очень странно, что я туда могу, не могу заплыть. Очень. Привет. Давайте теперь меня ищите. Я хотела убежать, да, но не получилось у меня. Так, ну что ж, погнали Димаса искать. Просто мне так полегче будет, я специально его нашел. Да пошел ты в портал. Ну что, давайте, мои предположения, что он? Он? Замечательно, что я так могу делать. Он? Что там он? Не договорил. А чё я не могу здесь освободиться? Не знаю, про что ты там понял, говоришь. Понял. Я не угадал. Так, все, камера поставлена. Ты думаешь, я тебя в воздухе не поймаю? Это кого там ловишь в воздухе? Желтожопого. Так, Надо стоп-сон прописать. Ребята, я сейчас буду за стул управлять. Стулом. А у меня камера есть, все уже. Так, все, я стульчиком управляю, буду наблюдать тут, где кто находится. Слышал звук, какой издает? Я FNAF 6. О, это ты, Димас, что ли? Вот. Где? А, о, это ты. Ой, спасибо! Классно. Ух ты, я тебя подкинул? Да, да.
ты сейчас летали? Кто это? Это стул. Кто? Нет! Нет! Нашли! Красиво. Давай, так, теперь ищи магу. Все, я сейчас так спрячусь, что мага никогда мне не найдет. У меня есть такое в голове сочетание. Мага, колы, мага. Не знаю, что. Так. Все, давайте прятаться. Слышь, чайник кипит. Ага, закипает уже. Так, вот вижу, спринт Бонни гуляет. Угу, мы поняли. Знаете, где он? На маяке. Или в маяке. Ищем его там. Нет. Кого? А кого ищете вы? Магу. А, магу еще не поймали. Ну, конечно. Он где-то здесь ныкается. Спринт Бонни не видит камеру, что ли? О, кто это? О, Димон, я тебя вижу, ты здоровенный. Ого, вас двое. Так можно и с ума сойти. Саня, не трогай камеру. Где он? Где он? Так, Димон, я его чекаю. Где он может быть? Есть! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!